Szanowni Państwo, zapraszam Was na piękny koncert piosenek z repertuaru Anny German, który odbył się w dniu 11 listopada 2021 roku w pięknej sali Pałacu Turkiston w Taszkencie. Laureatom Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Anna German towarzyszyła Narodowa Orkiestra Symfoniczna Państwowej Filharmonii Uzbekistanu. Natomiast dyrygował nią nasz kierownik muzyczny, dyrygent, maestro Tomasz Labuń. Уважаемые дамы и господа, дорогие гости, добрый вечер. Я так счастлива и рада, что мы встречаемся после 2 лет, потому что последний раз мы были здесь в 2019 году. Но поскольку сегодня 11 ноября, праздник, это день независимости Польши, я даю сейчас слово и прошу на сцену представителей польского Министерства иностранных дел, посла Республики Польша в Узбекистане, господина Радослава Грока и военного атташе, господина полковника Мачея Зайонца. Пожалуйста, господа гости. Panie Ministrze, Szanowne Panie i Szanowni Panowie Ambasadorowie. Уважаемые господа министры, уважаемые господа послы. Szanowni Państwo, drodzy goście. Уважаемые дорогие гости. Bardzo dziękuję Wam wszystkim za przybycie na nasze urodziny, dlatego że dzisiaj świętujemy dzień 11 listopada. Święto Niepodległości Polski. Я вам очень благодарен за то, что вы пришли сегодня в этот день, 11 ноября, потому что сегодня день независимости Польши. Polska, która odzyskała niepodległość w 1918 roku, stała się państwem wielonarodowym, tak jak dzisiejszy Uzbekistan. Польша после обретения независимости в 1918 году стала многонациональным государством, такой же, как сегодняшний Узбекистан. Под одним дахом ówczesnej Polski znalazło się oprócz Polaków wielu Ukraińców, wielu Białorusinów, wielu Żydów. Под одной крышей нашли себе место большое количество украинцев, большое количество белорусов и евреев. Ci wszyscy ludzie uzyskali schronienie pod jednym wspólnym dachem, tak jak Anna German uzyskała schronienie pod niebem i pod dachem Uzbekistanu. Все эти люди укрылись в Польше, так как Анна Герман укрылась под небом Узбекистана. Jest mi bardzo miło widzieć tak licznie zgromadzoną publiczność i zapraszam Państwa do zobaczenia polskich, rosyjskich i uzbeckich wykonawców piosenek Anny German. Мне очень приятно, что сегодня в зале очень много гостей, и мы вас приглашаем насладиться музыкой российской, польской языках. Korzystając z okazji, chciałem wyrazić słowa głębokiego podziękowania Ministerstwu Kultury Uzbekistanu. Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить Министерство культуры Узбекистана. Lidze polskich kobiet na czele z panią Aldoną Michalak. Także Ligę Polskich Żeńczyn w rozmowie z gospodarzą Aldoną Michalak. Ale również ambasadzie Uzbekistanu w Polsce. I także posolstwu Uzbekistanu w Polsce.
Dzięki wielu wszystkim ludziom dzisiejszy koncert jest możliwy. Dziękuję serdecznie i zapraszam na koncert. Благодаря всем этим людям концерт реализован, это все было возможно. Огромное спасибо. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Я очень рад приветствовать вас на сегодняшнем творческом вечере, посвященном 85-летию легендарной Анны Герман. Сегодняшнее мероприятие является нашим общим праздником, посвященным памяти Анны Герман, которую одинаково любили во многих странах мира. Говоря о творчестве Анны Герман, можно говорить часами, но при этом невозможно переоценить ее, так как любая песня в исполнении Анны Герман, она мгновенно становилась шлягером. Слова песни были понятны без перевода, независимо от языка исполнения, поскольку звук хрустального голоса Анны Герман исходила от души и прямо находила место в сердцах слушателей. Выступление лауреатов международного фестиваля песни Анны Герман проходит в Ташкенте уже второй раз и объединяет молодых исполнителей, которые дарят радость людям, исполняя песни из репертуара Анны Герман. Пользуясь случаем, хотел выразить искреннюю благодарность Лиге женщин Польши, посольству Польши в Узбекистане, участникам и организаторам сегодняшнего мероприятия. Желаю всем приятного, доброго вечера. Спасибо. Спасибо господину послу за вступительное слово, за теплые слова в адрес наших партнеров, людей, благодаря которым сегодняшний вечер мог состояться. Это, конечно, Министерство культуры Узбекистана. Большое вам спасибо. И как господин посол сказал, я тоже очень благодарю представителя Узбекистана в Польше, господина Бакрома Бабаева, посла Республики Узбекистан в Республике Польша. И, конечно, наша польская сторона тоже очень активно принимала участие, чтобы это мероприятие состоялось на хорошем уровне, о каком вы уже определите сами. Дорогие друзья, мы сказали, и как господин посол уже сказал, Анна Герман родилась в Ургенче 14 февраля 1936 года. Благодаря тому, что вы меня пригласили как наблюдателя президентских выборов, я недавно в Ургенче побывала. И я очень рада и счастлива, что большая делегация из города Ургенч прилетела к нам. Большое вам спасибо во главе замхокима города Ургенч. Да, это очень трогательно, потому что я побывала на земле, где родилась наша общая легенда Анна Герман. И, дорогие друзья, карьера Анны Герман началась с красивой песни, которую наверняка все знают. Эта песня открыла ей, ворота к международной карьере, и не только. Она
просто открыла Анну Герман для нас, для людей. И эта песня «Танцующие Эвридики», которую написала музыку Катарина Гертнер, знаменитая польская композитор, эта песня всегда звучит на наших концертах. Эту песню сейчас исполнит известная вам некоторым, надеюсь, Йоанна Наврот, лауреат нашего международного фестиваля песни Анна Герман. Пожалуйста, на сцену Йоанна. Yeah.
дамы и господа, Анна Герман пела на 7 языках, но диски она записала в 3 языках – на польском, русском и итальянском. И сейчас мы услышим ее любимую красивую песню «Вернись в Соренто». Анна Герман после трагической катастрофы, она когда лечилась и была в реабилитации, написала книгу «Она сама. Вернись в Соренто». Но она никогда там уже не вернула и не хотела этого делать. А сейчас Паулина Малиновска, солистка Белостоцкой оперы, споет для вас красивую песню «Вернись в Соренто». Паулина Малиновска. Когда пела для публики в давнейшем Советском Союзе, всегда должна исполнять 3 песни на польском языке. Обязательно, хотя их и в программе не было. Тогда она пела их на бис.
Эти три песни – это «Танцующие вредики», «Бал у Посейдона», который вы услышите еще, и «Естешь моя милость, ты моя любовь». Для вас поет Марися Мартынюк, Польша.
Сейчас песня прозвучит по-польски. Gdziekolwiek znajdziesz się, куда-нибудь ты найдешься. И споет ее молоденькая солистка Марта Маек, которая увлекается Анной Герман уже много лет. Пожалуйста, на сцену Марта Маек. Которую мы услышим на русском языке,
кажется, для женщин. Но авторы этой песни, Александра Пахмутова и Николай Добронравов, написали ее для Анны Герман. Но мы сейчас услышим эту песню, в которую мы влюбились в Польше, когда первый раз ее услышали в исполнении нашего иностранного участника из города Санкт-Петербург в России Владислава Михайлова. Влад, пожалуйста, на сцену. Опустела без тебя земля, как и несколько часов прожить, так же падала листва в садах, и куда-то все спешат такси. Судьба, человечий лос. Это песня, которую Анна Герман открыла вторую часть своей жизни после тяжелой катастрофы, после реабилитации. И впервые спела эту песню в 1970 году. Эту песню в Польше знают почти все. Я думаю, что и вы, дорогие слушатели, тоже знаете. Эту песню для вас исполнит председатель жюри нашего
международного фестиваля песни «Анна Герман» в Варшаве, которая доказала, что она не только умеет оценивать солистов и их песни, но и сама прекрасно поет. Александра Окраса-Ваховска, пожалуйста. Языка были переведены на русский, и они очень понравились русскоязычной публике. И вот одна из этих песен называется по-польски «Jedna chwila wystarczyła», а по-русски это «Все, что было». Для вас поет, дорогие зрители, наша молодая солистка Сильвия Зелек-Голонка. Пожалуйста. Widziałam w górę mknący słońca krok.
ночь. Dwie szuflady listów miała, które przysyłałeś mi, a ja żebyś przyszedł chciałam i zapukał do mych drzwi. A ja żebyś przyszedł chciałam i zapukał do mych drzwi. Kwiatów na balkonie spytaj, jak wyglądam się co dnia, jak w marzeniach mych cię witam, każdy z nich twe imię. Сейчас услышим песню на русском языке. И очень красивая песня. Хочу сказать, что под этим названием польское телевидение в 2019 году записало репортаж о нашем концерте в городе Ташкент. И название этого репортажа, этого фильма «Город влюбленных». Я думаю, что я права, что Ташкент можем так назвать. Согласны? Прекрасно. Эту красивую песню мы услышим в исполнении самой юной участницы нашего международного фестиваля песни Анна Герман, которая прилетела к нам из Санкт-Петербурга. Это Валерия Емельянова. Пожалуйста. Посиди, помолчи, все само пройдет.
Песни Анна Герман в Варшаве мы проводим с 2014 года. В этом году ему исполнилось 8 лет. Но с 2016 года в нем принимает участие по нашему приглашению, приезжает часто в Польшу, в Варшаву, чтобы выступить на сцене фестиваля. Представительница Республики Узбекистан Фериде Гиргин, которая сегодня исполнит для вас красивую песню Анны Герман на польском языке «Греческое вино». Пожалуйста, Фериде. Узбекистан. Дурак.
сонячний крок. О, не час і ночі у нас останній раз. Зори воєни, що знову сягнуєм, вино і ти от собою мене. Зори воєни, сонце міло, ще віваліло, спокійня пев. Зори воєни, і що в серці вино, вино і ти, зникла гдіж надія згубна. Зори воєни, то ж наше Боже вино. За окном п'ять мазов'єцьких соснах шила смуглий щелет. Поволі дняю шумило южні доми перші шмєт. Звичайний час і перші раз обмінює нас. Може здачить отпливатися весь далі, там де вчень. Чим новим бажем позастає над тобою прожичень. Не раз по раз, хоч буде час, вон зловичніч нас. Задать вам один маленький вопрос. Как называется сегодняшний концерт? Правильно, молодцы.
Вот, потому вы получите премию. Сейчас услышите эту песню, красивейшую песню из репертуара Анны Герман в исполнении красивого дуэта «Польша-Россия» Паулина Малиновска и Владислав Михайлов. Пожалуйста. Трех песен, которые Анна Герман обязательно должна исполнять на польском языке для слушателей
бывшем Советском Союзе, это «Баль у Посейдона». «Баль у Посейдона». Автором музыки и слов является знаменитый польский композитор Марек Сарт. Но дело было такое, что он сперва написал эту песню для себя. «Страдания мужчины», конечно, про несчастную любовь. Но когда Анна Герман обратилась к нему и заказала песню на фестиваль в Сопот, вы знаете Сопот, да? Спасибо. Вот когда она заказала у него эту песню, он переделал эту песню и сделал так, что она звучит от имени женщины. Это страдания женщины. Пожалуйста, «Бал у Посейдона» и Марта Маек. Żona gwali, śmiech z niczego, ty od paru chwil cię znam. Tańczę w twych ramionach, wszystko z oczu znika, w wibrujących bar w tumanie. Tylko uporczywe granie mówi, że to tobą jest oczarowanie. Wszystko dla mnie stało się krotnie warte, noc, alkohol, czerwień lamp. Wszystko postawiłam nagle na twą kartę, chociaż w tartach pecha mam. Dzisiaj wiem, że byłam tą z miliona jedną, z którą byś pozostać chciał. Lecz los zabiera to, co dał, a bal u Posejdona trwał. I właściwie nic się nie stało, nie zawaliło, nie rozsypało. I to jest zabawne, i to jest zabawne, to jest zabawne, co? Bal u Posejdona, kumpla broda tego, jeszcze dzisiaj w oczach mam. Banda roztańczona, śmiech z niczego, ty od paru chwil cię znam. Tańczę w twych ramionach, wszystko z oczu znika, w wibrującym bar w tumanie. Tylko uporczywe granie mówi, że to tobą jest oczarowanie. Wszystko dla mnie stało się dwukrotnie warte, noc, alkohol, czerwień lamp. Wszystko postawiłam nagle na twą kartę, chociaż w kartach pecha mam. Dzisiaj wiem, że byłam tą z miliona jedną, z którą byś pozostać chciał. Lecz los zabiera to, co dał, a bal u Posejdona trwał. Jeśli jesteś tu, Posejdonie, трфа.
нельзя. Но я хочу вас спросить об одном. Вы можете поблагодарить такой красивый оркестр и дирижера? Большое спасибо. Продолжаем наш концерт. «Мне нельзя, non ho l'età» – это песня на итальянском языке, поскольку Анна Герман эти три языка обожала и на них пела, и пластинки, которые были изданы тоже на этих трех языках. Эту песню в 1964 году исполнила Джингола Джингвитти в Сан-Ремо, в котором Анна Герман выступила в 1967 году. К сожалению, в том же году она попала в катастрофу. И, дорогие зрители, сейчас для вас на итальянском языке исполнит эту песню Сильвия Зелек Голонка, Польша. Пожалуйста. Thank you.
написал в 1969 году знаменитый композитор, который стал известен только после того, когда Анна Герман спела эту песню в 1975 году. Вы догадываетесь, какая это песня? Случайность, конечно. Но мне кажется, что это не случайность, что сейчас исполнит ее представительница Узбекистана Фериде Гиргин. Приглашаем. Случайно встречались, мой самый главный человек. Благословляю эту случайность и благодарна ей навек. Представить страшно мне теперь, что ты не ту открыла дверь, другой в улице прошел. Встретил и нашел. Встречаются случайно на равных грешник и святой. Представить страшно мне теперь, что ты не думал, открыл бы дверь. Другой бы улицы прошел, меня не встретил и нашел. Храни тревогу в разумах, чтоб никогда уже случайность не разлучила в жизни нас. Представить страшно мне теперь, что ты не ту открыла дверь, другой в улице прошел. Уважаемые дамы и господа, понравилось? Хорошо. Вы знаете, эти песни красивые самые по себе,
красивы, потому что Анна Герман их выбирала, и писали их знаменитые авторы, композитора, поэта. Но дело в том еще, что песню надо дать красивую, красивое платье. Анна Герман так говорила. Красивое платье – это аранжировка. И вот мы для всех песен пишем новые аранжировки. Автором последней песни аранжировки является наш дирижер Томаш Лабунь. Сейчас тоже очень известная песня на русском языке, которую написал знаменитый композитор Владимир Шаинский к словам Николая Рябинина. Споет ее самая юная участница нашего фестиваля и концерта Валерия Емельянова, Санкт-Петербург. Это один раз в год сады цветут. Да, я знала, что так будет. Один лишь раз, один.
уважаемые зрители, я хочу поделиться с вами моим чувством к Узбекистану. Такого неба, голубого и таких солнечных людей я нигде не встретила. Спасибо. Сейчас на польском языке прозвучит песня «Баллада о небе и земле». Исполнит ее Марья Мартынюк, наша лауреатка из прошлого года. Для вас на польском языке поет Марыся. Пожалуйста. В Сан-Ремо, в Италии, в 1967 году. Она шутила, любя одновременно итальянские песни, она шутила, что если итальянец поет о любви, это только
о большой любви, grande amore. Вот такой будет эта песня, хотя не поет ее итальянец, только Александра Окраса Ваховска. Tango amore, автор Доминико Модуньо. Пожалуйста. Tańczysz tango i tak samo czule muskasz jej dłoń. Powiedz, że to był żart albo banalny flirt. Mów wszystko to, co chcesz, uwierzę ci tak, wybaczę jeszcze raz. Bo gdy zagrają tango i jesteś przy mnie blisko, uwierzę znów we wszystko. Wierzę w każde kłamstwo. Tango, tango d'amore, serce do ciebie lgnie, bo chcę być twoje. Tango del amor. Może się zdarzyć tak, że cię zabierze ktoś. Może tak być, że znajdziesz się daleko stąd. Zatęsknij do mnie, zechcesz wrócić. Ja zrozumiem i wybaczę twój błąd. Powiedz, że to był żart albo belny flirt. Mów wszystko to, co chcesz, uwierzę ci tak, wybaczę jeszcze raz. Bo gdy zagrają tango i będziesz przy mnie blisko, uwierzę znów we wszystko. Tango, tango d'amore, serce zapomni żal, znów będzie twoje. Tango del mio amor, tango. Уважаемые дамы и господа, дорогие зрители, услышите последнюю сольную песню, которую написал, конечно, известный композитор Владимир Шаинский к словам Александра Жигарева. И я смотрела, мне кажется, последнюю телепередачу с Владимиром Шаинским, который говорил об истории этой песни. И он шутил, что поскольку, если вы хорошо помните, он был небольшого роста, Анна Герман побольше. И он шутил, что эта песня про них, потому что он очень дружил с Анной, очень такие были дружеские отношения, и он шутил. Вы услышите, почему он так сказал? Для вас сейчас поет полька Иоанна Наврат на русском языке. Пожалуйста. Мне говорят, он маленького роста. Мне говорят, одет он слишком просто. Мне говорят, поверь, что это парень.
совсем не пора. Господа, это еще не конец, но петь мы не будем. Петь будете вы. Aziz do'stlar, hurmatli xonimlar va janoblar, mana bugun ajoyib va afsonaviy xonanda, ham yurtimiz Anna German qo'shiqlariga bag'ishlangan kechamiz yakuniga yetmoqda. O'ylaymizki, bu go'zal va chiroyli an'ana hali ancha yillar yana va yana davom etadi. Уважаемые дамы и господа, дорогие гости, коллеги и друзья, потому что и такие есть в этом зале,
для меня уже, поскольку Узбекистан – это очень близкая моему сердцу и моим друзьям страна. Спасибо вам за все. И мы традиционно заканчиваем наш концерт любимой песней всех «Надежда». И мы приглашаем всех участников на сцену. И я прошу вас поддержать эту песню. Я уверена, все знают слова. И еще небольшой сюрприз от Министерства культуры Узбекистана для всех участников. Прекрасные цветы. Прошу. Прошу всех участников пройти на сцену. Незнакомая звезда, снова мы оторваны от дома, снова между нами города, взводные огни аэродрома. Здесь нас туманы и дожди, здесь нас холодные взгляды, здесь на неизведанном пути ждутся мы свободные сюжеты. Надежда, лайком осенной, а удача награда за смелость. А песни довольно одной, что только о доме в небесах. Ты поверь, что здесь издалека многое теряется из виду, тают грозовые облака, кажутся нелепыми обиды. Надо только выучиться ждать, надо быть спокойным и упрямым, что порой от жизни получать радости скупые телеграммы. Надежда.